Песенка водителя маршрутного такси, с которым случилась вот такая беда. Он увидел девушку и сразу ее полюбил. Из-за этого чуть не случилось дорожно-транспортное происшествие. Но все обошлось. Я ведь, ребята, езжу по понятиям. Я торможу всегда на крик желтый свет. Меня на нашем автопредприятии за безопасность все зовут велосипед. У нас с супругой жизнь медовым месяцем бежит прекрасно уж 10-й год. Так что ж теперь напиться и повеситься, так дочь к сынам это не поймет. Я выехал по линии на Соколе, на Дубосековской притормозил. И тут увидел грудь ее высокую, и мне инстинкт все мозги загрузил. Ее волос оранжевое золото, на голове 133 косы. Ее пупок четырежды проколотый, и из штанов торчащие трусы. Вы извините, я же ведь не дедушка, вы извините, я ведь не монах. Какая девушка, ой-ё, какая девушка в оранжевых штанах. Как будто глотку перебила водкою, аж полетели сникерсы из глаз. Я сдачи дал с десятки полусоткою и со сцеплением перепутал газ. Она прошла, слегка виляя попою, и улыбнулась мне через стекло. А я сидел глазами глупо хлопая, и в дальний космос Москвой занесло. Я как умел с наплывом чувства справиться, хоть мне гудела ленинградка вся. И по маршруту далее отправился, штанов прекрасных облик унеся. Потом с кармана вынул ассигнации. Ну что же делать, денежки тю-тю. На распродаже на конечной станции купил жене оранжевый костюм. На распродаже на конечной станции купил жене красивый китайский оранжевый костюм. Вы извините, я же ведь не дедушка, вы извините, я же не монах. Какая девушка, ой-ё, какая девушка в оранжевых штанах.